Всем привет, с вами интернет-магазин Stalker Shop, и сейчас мы рассмотрим планшет малый. Изготовлен он из натуральной кожи со вставками из кожезаменителя. Закрывается при помощи ремешка и такого вот кольца, которое застегивается в прорезь. Здесь мы видим отделение под ручки и как раз вот эти вот два кольца. Второе нужно затем, чтобы можно было, например, закрыть на него. И тем самым немного сделать наш планшет выше, если документы будут достаточно высокие. Также к этому планшету прилагается кожаный ремень. О нем чуть позже. Внутренняя часть изготовлена из кожезаменителя. Такая же перегородка из кожезаменителя и два отделения. Одно чуть меньше, другое чуть больше. Никаких дополнительных в нем отсеков или чего-то такого нету. Сзади у планшета два полукольца для крепления нашего ремешка. Размеры нашего планшета 17 сантиметров на 20 сантиметров. Его ширина приблизительно 8 сантиметров. Наш ремень крепится при помощи таких металлических карабинов на пружинке полукольцем. Размер его регулируется как при помощи ремня с пряжкой. Для этого нам просто нужно вытащить его, расстегнуть и выставить нужный нам размер. Также можно и отрегулировать при помощи металлических заклепок, просто расстегнув эту заклепку и перестегнув в другую. Наш планшет будет висеть приблизительно вот таким образом. Здесь можно видеть ремешок, удобный доступ ко всем отделениям нашего планшета. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До свидания.